Всем привет! Давайте поиграем в игрушку под названием КНУТ! КНУТТ 1.0.2 версия. Как я понял, это тоже такая логическая аркада, типа, да, вид сбоку. Вот вначале нам предлагают выбрать... По идее, как я понял, здесь, наверное, мало миссий, потому что нам предлагают обучение, слот 1, слот 2, слот 3 и конец. Как-то так. Ну, это даже будет хорошо, быстрее пройдем игру. Ну, let's go! Здесь есть музычка, кстати. Я люблю игры такого типа. То есть мы должны здесь бегать, прыгать и нагибать. Ой, давайте я уберу сейчас курсор. Экран, к сожалению, у меня маленький. Я пробую сделать, чтобы у вас был большой экран. Вот. А, упоров. А, вот, видите? Вот люблю такие игры, типа, да... По Assassin's Creed и так далее. А еще такое мелькает. Да просто так, да? Ну ладно. Где паркур? Чисто воды паркур. Let's go. С. С. Прыгать. Жумп. А в чем проблема-то? Не, мы уже это умеем все. Так. Во. Сайвер это. Сайвер you game. Вниз. То есть это точка сохранения, правильно? Прикольно, ладно, let's go, let's go. У меня вообще малюсенький экран. Q. Сколько здесь кнопок-то? Офигеть. Так эта игра не маленькая, что ли? Видите, какое-то менюшка вылазит. А, итемы, которые вы собрали. Но мы пока еще ничего не собрали, вон они вверху. Стоп, а как туда залезть? Извиняюсь, так, непонятно, ну ладно, let's go, мы проходим обучение. Все, вы прошли обучение, good luck! Ну что ж, давайте попробуем слот под названием 1. О, даже так? Здесь даже есть мультик, а я думал, что нет, здесь, я думал, будет поскромнее. Давайте я уберу курсор, извиняюсь. Куда-то я полез. Здорово, мужик. Кнут. И все? Ну ладно. Инопланетяне нас похитили! Что говорит о том, что нас похитили инопланетяне. Куда-то нас повезли. Повезли ставить эксперименты. Ставить зонд. Ну вы поняли. Вот кто-то врезалось. Все, гейм овер что ли? А, нет. Не, прикольно, да. Я бы не подумал, что здесь даже мультик будет. Молодцы. Вот, куча, врезалась инопланетная тарелка. Мы куда-то упали. Я могу двигаться? Да, могу теперь двигаться. Братюня. Let's go. Let's go. Let's go. И чё, куда идти надо? Не, прикольно. О, так, осторожно. Сохранили игру. И что здесь нужно делать? Угу. Не, паркур это изи-бризи, это моя тема. Моя, это вам не гоночки, извиняюсь. Я столько много сохранений, что ли? Стоп. Тихо, тихо, тихо. Я чуть не упал вниз. Все, отлично, гоу-гоу. То есть далека она похожа на обезьянку, или это и есть обезьянка? Ну, наверное, есть обезьянка, да? Или человек? Нет, обезьянка. Let's go! Опа! Я без понятия, куда я иду. Просто иду. Это называется драйв, понимаете? Просто бежим по прямой, бежим, бежим. Вау, вау. О, кузнечик. И чё, просто так что ли, да? Ничего нельзя сделать? Ну ладно. Стоп, подожди, здесь ещё какая-то кнопка есть. Что за кнопка? Что там такое вообще? Непонятно, непонятно. Ну ладно, let's go. Итемов у меня нету. Ничего, да? Ну ладно, я думаю, можем поговорить с ним. А, подождите, а может нужно нажать вниз? Сейчас, сейчас, секунду. Нет. Ну нет, так нет. Странно. Какие-то люди, что-то какое-то говно плавает. Непонятно.
Так, и что надо делать-то? Подождите, я, по-моему, сейчас по кругу буду ходить, нет? Чем-то еще напоминает игру Тирания, которую, помните, наподобие Майнкрафта. Сюда я не смогу вернуться. Что я немного не понял, а какой смысл вообще игры, извиняюсь? Непонятно. Я куда-то бегаю, бегаю. А-а-а-а-а-у! Ладно, еще раз, гол, гол, гол. Это драйв. Нам не нужен смысл, нужно просто бежать, прыгать, прыгать, даже не думать. Не, думать это не для нас. Попробуем еще раз. Let's go, let's go. Оп, 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 оп. Вау, оп. Да господи, хватит уже баловаться. Давай, давай, нормально. Опа. Оп. Опа. Вот так. Вот так вот. Здесь я упал, да, где-то? Подождите. Там можно было наверх залезть, наверное. По каким-то облакам. Мы еще не нашли ни одного итема. Опять я упал куда-то. Ладно, пойдемте по прямой, уже не будем туда идти. Сохранение зачем-то. Хм. Во! Теперь я понял, зачем сохранение, ладно. Так, а эта дура почему-то туда вниз опять идет. Let's go, давай, братюня, давай. Я играю спидран, то есть быстрое прохождение мы играем. Ни секунды мы не думаем. Давай, давай, пошли. Ладно, пойдемте сюда уже, наверное. Давай, go, вау. Интересно, он может разбиться, если с высока прыгать? А если вниз? Ничего? Обманули меня. Обманули дурака на 4 кулака. Ой. Ладно, нормально. Опять сохранение. Бесконечное сохранение. Помогите. Не, вообще задумка интересная, согласитесь? Да, можно было бы сделать редактор уровней. И чтобы каждый игрок мог сделать свои уровни. Задумка очень хорошая. Молодцы. То есть, я вот представляю, да, если бы взять такую игру... Ну, сделай, чтобы нормально было во весь экран, потому что у меня экран очень маленький, нереально. Может быть, там 300 пикселей разрешение сейчас. В ширину, высоту. Ну, короче, вот можно было взять эту игру, доработать, да, и все, и сделать редактор уровней, и сделать сетевую игру. Мне кажется, спрос был бы офигенный. Реально офигенный спрос был бы. Потому что вот хорошо реализовали игру, очень хорошо, приятно играть. Такой маленький человечек бегает. Пока смысл вообще непонятен, да? Я не понимаю, что делать. Мы просто бегаем и все. Итемы я не хожу. Куда-то я полетел. Что-то там внизу было, да? И чё это? А это чё? Странно. Подождите, он может указывать мне путь? Нет? Только путь куда он указывает? Непонятно. Так, сюда я вверх не могу забраться? А зачем эта птица тупая? Не понимаю. Так, здесь нету вообще это, ни управления, ничего нету. Ни опции. Очень странно. А, наверх мы, наверное, не залезем. Полетел в обратную сторону. И посмотрим, что у нас здесь есть. И поверху пойдем здесь вот. Let's go, let's go. Да, я сюда вот мы сейчас прыгнем. Нормально. А если я уже не смогу, блин. Ладно, пойдемте в другую сторону, пройдемся. Или давайте я пока побегу, да, и подумаю, что здесь нужно делать, и вам покажу. Короче, я смотрел, да, ну непонятно. Решил, что я сделать, пойти в эту сторону. Видите, куда показывает луч, туда и пойти. Поэтому просто будем бежать. Ну давай. Вот, отлично. Отлично, так. Давай, я смогу слезть? Или обратно, да, вылазить? Вот, смотрите. Окей, что-то уже новое. Пойдем правильно к лучу. Потому что он вначале, по-моему, показывал другую сторону. Если я правильно понимаю, что это луч. Так, ладно. И что это? Опять тупик. Ну что ж такое?
Ладно, пойдем в другую сторону. Здесь я спуститься не могу, правильно я понимаю? Во. Кстати, странно, что когда мы наступаем в воду, он умирает. О! Во! Видите, чуете, да? Теперь уши он по-другому начал показывать, другое место. Наверное, реально. А зачем тогда вот эта кьюшка, я вообще не понимаю. Если надо просто идти в одно место и все. Это говно светится. Что это такое? Непонятно. Непонятно. Так, ну-ка, покажи мне. Ладно, let's go. Так. О, я могу наступать на это говно, да? Прикольно. И вниз поехали. Ага, еще ниже. Здесь я могу пройти, да? Во! Первая деталь. А, я, наверное, должен собрать. А, все понятно. То есть смысл этой игры, наверное, нужно собрать все детали, да? И потом собрать аппарат и улететь типа отсюда. Как я понимаю. Правильно я понимаю? Да. Ну, тут ничего сложного, просто бегаем, бегаем, прыгаем. Смотрим, куда идти нужно. А, мы туда не можем пройти, да? Ну, let's go тогда в эту сторону. Пук-пук-пук-пук. И поехали на вершину. Здесь мы не пройдем. Таким типом мы собираем аппарат, как я понимаю, по идее. Да, и сваливаем отсюда нафиг. То как я отсюда вылезу? Подождите, что-то не могу понять. Так. Там я уже был. Да, это я обратно сейчас возвращаться буду. Так, подхожу я уже к следующему элементу. По идее, подхожу. Где-то рядом должен быть, я чувствую. Уху! Ну ладно, бывает, ничего страшного. Как я понял, здесь у нас жизни нету, поэтому можем хоть миллион раз умереть. Пофиг. О. Они все какие-то, не знаю, мирные, что ли. Почему никто ничего не делает? Не прыгай, дура тупая. А я туда не пройду, правильно я понимаю? Блин, здесь я не пройду точно. Поэтому идем в обратную сторону. Там, по-моему, был спуск. Да, вот он спуск. И поехали вниз в пещеру. Вау. Что-то я свечусь красным. Ага. То есть теперь мы нашли, кто нас убивает. Ладно, допустим. А может светиться красным, когда опасность рядом? Да, черт. Блин, как его перепрыгнуть-то? Подождите, надо перепрыгнуть. Я хотел залезть на стенку, а это что за говно? Но убить он не может, как я понял. А-а-а, блин. Нет, мы должны пройти это место, должны. Все, я придумал как. Кстати, можно еще вниз прыгнуть. А, точно, да. Ладно, еще раз. Ага. Нам здесь идти, в принципе, недалеко. Давай! Во! Изи-бризи. Дальше идем. Что-то уже страшные вещи происходят. Странно. Так, где я? Вот он, да, показывает? Мне нужно сюда вот залезть, но по идее не могу. Мне нужно фигню подвинуть как-то. Только вопрос как? Как ее подвинуть? А, наверное, нужно снизу вылезти, да? Да.
Так, ну вот, все, я сейчас бегу по туннелю. По идее, он ведет как раз в то место, где у нас стояла эта шляпа. А-а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 -
И сейвимся, окей. Так что здесь, видите, можно двигать предметы, получается. Сейчас мы найдем еще один элемент, правильно? Да. Опа, вот мы можем посмотреть. Все, ну вот так вот. То есть я понял это всю суть этой игры. Здесь нужно собирать аппарат. Здесь мы не пройдем. То есть игры такого жанра много. Много игр такого жанра, где нужно собрать аппарат и улететь. Ну-ка, что я не могу там пройти? О! Вещи не сохраняются. А в другую сторону я могу пойти? Ага. Нам нужно туда идти, да? О! Привет, дурочка. Чё же я не могу? Это, я даже общаться с ними не могу. Какой смысл? А куда нам теперь идти? Ну, это уже, в принципе, не важно. Время, отведенное этой игре, уже прошло. Игра довольно интересная. В некоторых местах она логическая. Но я бы не сказал, что вся игра логическая. Нет, здесь больше ты времени тратишь, чтобы перепрыгнуть с одного места на другое. Там, перепрыгнуть через лаву и так далее. То есть здесь больше на упорство идет акцент, а не на логику. Здесь думать практически не надо вообще. Здесь просто бежишь и все. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, понравилось, не понравилось. Играли, не играли. Все, всем пока!